Портфель займа фонда микрофинансирования на 1 января 2017 года впервые превысил кредитные портфели региональных филиалов целого ряда крупных коммерческих банков, осуществляющих кредитование малого бизнеса в Орловской области. Эти данные озвучил на аппаратном совещании зампред Сергей Филатов. С начала своей деятельности фондом микрофинансирования предоставлено 2915 займов на общую сумму 1 миллиард 831 миллион рублей. Таким образом, мы видим, что орловские предприниматели смогли воспользоваться кредитным портфелем фонда уже 5,5 раз, что доказывает особую эффективность возвратных мест государственной поддержки. В 2016-м на базе фонда микрофинансирования был создан региональный центр поддержки экспорта. Он оказывает содействие предпринимателям по выходу на внешние рынки. В минувшем году Министерство экономического развития выделило на деятельность центра 2 миллиона рублей, а в 2017-м уже 3 миллиона.